моем замке, а море нам выбросило вот такой сюрприз. Я не знаю, человек ли это сделал, или море само могло так выломать бутылку. Самое интересное, что внутри камень. Главное, вроде бы ровно тут вырвано в бутылке. С другой стороны, может, она так треснула несколько раз, что она так... Сейчас мы будем доставать этот сюрприз отсюда. Смотри, Алан. Вот надо же, как море выбросило такой сюрприз. Вот, смотри. Смотри. О, какой камень, да? Море выбросило, да? Обратно его посадим, да? Ну, пусть будет. Давай тогда эта бутылка будет участвовать с нами в построении нашей дороги. Да? Заодно и бутылки на море соберем. Тут часть бутылок наша, а часть бутылок мы нашли и тоже уберем за собой потом. Будет интересная сказка про дракончиков. Вот про этих трех веселых маленьких дракончиков. Да, черная фурия и ее друзья. Да. Вот эти два дракончика, черная фурия и зеленый смешной зубастик, да. Они уже давно научились летать. Смотри, как они летают. Летает фурия, да? Умеет летать? Как она летает? Покажи. Да, она летает. И зубастик тоже летает. Смотри, как он летает. А вот этот маленький голубенький дракончик, он еще не научился летать, он боится. Надо ему как-то помочь. И фурия тут придумала. Знаешь что, друг? Я знаю, там есть машинка интересная. Она отвезет тебя в интересную бухту, где мой папа когда-то научился летать. Ты там обязательно научишься летать. Ну, давай попробуем. Только я все равно боюсь. Да не бойся, все будет хорошо. В бухте там все научились летать. Все наши родители. И ты научишься. Вот дракончики раздобыли технику. И они могут теперь ехать на этих рабочих машинках. В поиске той веселой бухточки, где все учатся летать. Поехали! Хе-хе! Поехали! Сколько много ракушек. Ух ты! Сейчас я их ковшом соберу. Опа! Поехали дальше. О, какая там трасса из бутылок. Ой, я тоже никогда такую не видел. Поехали. Фурия, ты где была? Там ты уже нашла бухточку? Ух ты, там можно летать, научиться. Вон чайки, они уже умеют летать. Поехали! Хе-хе. Ой, меня подождите! Я тоже хочу!
Что-то очень медленный экскаватор. Ох. Тюх. Тюх. Да. И вот мы прибыли к морю. Да, сколько много техники тут. Но как же нам добраться до самого места, где учатся летать? И где это место? Вот она, бухточка. Но где же тут научиться летать? Ой, ой, тону, помогите. Тону, тону, помогите. Вот, я попытался полететь, и опять у меня не получилось. Я упал в воду. Что же мне делать? Не отчаивайся, малыш. Малыш, я знаю то место, где летали твои предки. Они забирались на высокую скалу и прыгали в море. И тогда у них не оставалось никакого шанса. Им приходилось расправлять крылья и лететь. О боже, это так страшно. Но я должен попробовать. Конечно, у тебя все получится. Мы тебе будем помогать. Друг, я договорился, что можно взять корабль, и мы доставим тебя на ту скалу. В середине моря, и ты научишься летать. На корабль. Ой, я боюсь плавать. Что же мне делать? Ты должен преодолеть свой страх, и тогда у тебя все получится. Друг, вот и корабль. Садись на корабль. Поплывем. Хорошо. Вот. Плыви за мной, друг, я покажу дорогу. А я буду лететь и помогать кораблям. Вылезай. Помогай, Фурия! Плывем! Вот эта скала! Вау! Мы доплыли на скалу! Да! Теперь давай мы с тобой покажем нашему другу, как мы умеем летать. Смотри. Я смотрю. Вот, мы сейчас будем прямо в море летать. Со скалы. Воу!
чуть-чуть покунулся и полетел. Как здорово летать! Как классно летать над морем! Ну давай, друг, попробуй полетать с нами. Не-не-не, я боюсь. Я лучше в корабле посижу. Смотри, как чайки летают. Так это чайки, они умеют, а я-то не умею. Вон самолет даже полетел. Вон там самолет. Смотри, как он взлетает. Ой, а как же этот самолет летает, если он не умеет махать крыльями? Как же он летит? И вообще он выглядит таким тяжелым и большим. Все очень просто. У него есть реактивный двигатель. Он работает на топливе, его заправляют горючим, и тогда у него много энергии, чтобы летать. Вот видишь, как он полетел? Вижу. Ну, раз я такой маленький, и у меня есть крылья, наверное, у меня получится. Конечно, получится. Тебе надо просто делать, как мы. Смотри, давай за нами. Полетели! Полетели! Урия, давай, летим! А теперь можно искупаться! Классно! Ну ладно, я попробую. Ой, как волны плещутся и разбиваются о скалы. Ой, как страшно-то. Ладно, на счет три. Раз, два, ушла. Ну ничего, потом придет.
обязательно соберем и унесем в мусорник. Заодно еще чужие бутылки, которые мы собрали на пляже, мы тоже соберем все в мешок и отнесем. Давай собирать бутылки. Давай. Ну что, Алан, теперь ты будешь прыгать? Давай! Теперь Алан будет летать. Давай руку. Ну, залезай. О! Да? Ну, давай, полетели. Просто за ручку маму держи и прыгай. О, классно! Полетел, Алан, полетел. Как самолет сейчас полетишь, да? Как самолет. Давай. Уа! Полетел! Полетел, Алан! Да! Спасибо, что заглянули на наш канал. Мы всегда рады вашим лайкам и комментариям. Ну а если вам очень понравился наш канал, не забудьте подписаться, чтобы не потерять нас в море информации. Всем спасибо, пока-пока!